Всем хеллоу и здрасте. Сегодня я попал на фан-фэйр в Саутгемптоне. Это на ярмарку с каруселями и шлюхами. Вообще хожу, ребята, охуеваю, блядь, все обшарпанное, старое, блядь, вонючее. Какие-то сосиски продают, гамбургеры, вонь какая-то стоит. Пиздец, блядь, это может все рвануть в любую минуту вообще. Все, блядь, ребята, старое, пиздец, я, у меня вообще мозгов не хватило никуда в жизни залезть. Видите, два человека, блядь, не хватило мозгов туда залезть. Блядь, они же видят, все старое, ржавое, блядь, кровоточит, все, они катаются. Может ёбнуться в любую минуту. Пиздец вообще, ребята, безответственные, безответственные. Это вообще пиздец, когда я увидел. Называется оксиджен, блядь, кислород. Я не знаю, ребят, у меня просто слов нет. Я не знаю, как камера передает высоту какая-то, вообще не знаю, 100 метров, наверное, блядь, 500 метров. Посмотрите, как высоко. Это пиздец, я замедлил. Блядь, монтаж. Люди падают, блядь, катастрофа. Это просто вообще больные люди, вообще просто больные. Ну, блядь, не знаю, ребят, как я решился, но смотрелся на других дебилов, наверное, и решил тоже прокатиться на этой, на карусели. Но я же не я умный, я поэтому выбрал детскую карусель для тех, кому 5 лет. Вот, если, ну, она невысокая, вообще невысокая, там метра, ну, метр, наверное, высотой, и крутятся они быстро, если ёбнусь, не убьюсь вообще, вот так вот. Ну, все, дух захватывает, страшно. Ну это пиздец, ребята, я, блядь, буду тихо говорить, потому что это на самом деле жопа. Посмотрите, посмотрите, блядь, ёбаные чурки, вообще, посмотри. Нету ни одного белого лица, я попал, короче, с другой стороны этой ярмарки зашел, да, а там, блядь, продают хуйню всякую, вообще, одежду, блядь, только для бабаев. И все, одни черные, блядь, посмотрите, нету белых людей, блядь, один я тут белый иду, они... И снимаю, да, я же люблю подглядывать. Вот, ну, блядь, я чувствую, боком может мне обойтись вот эта моя любовь к подглядыванию. Ну, это я вам просто хочу передать вот свои чувства. Посмотрите, я белый человек в белом городе, в белой стране зашел, блядь, за угол, а то одни черные, блядь, и они смотрят на меня подозрительно уже. Они начали сомневаться вообще. Блядь, надо отсюда уходить. Давайте, ребята, пока. Вообще, вот как бы уже 17-ю передачу я пытаюсь как бы сказать вам все время, то есть повторяю, что вот это мое видео сумбурно получилось. Сумбурно, вот все вот как-то вот так вот непродумано. Ну, блядь, вот 17-е видео, у меня все сумбур идет. А знаете почему? Потому что, ну, блядь, я не делаю видео специально вообще для того, чтобы показать вам, сделать там монтаж специальный. Нет, вот если получается вот красиво, вижу там, или странное что-то, как чурки, да, вот. Или вот карусель, которая крутится, ну что, красиво, да? Ну как бы необычно, ты в каждодневной жизни ты каждый день не увидишь такого, да? Как бы там, ну если ты не работаешь, конечно, в парке аттракционов, блядь, и тебе 15 лет, тебе платят 2 копейки, блядь, за каждый круг. Ну так вот, что я хотел сказать, я не помню вообще, потому что у меня как бы, вот как у меня видео сумбурное, так и мысли мои скакуны, блядь, понимаете? Я сам не понимаю, ну короче... Вот спасибо вам за тут, вот кто смотрит меня, вот там вот 2 человека вот этих, которые даже не подписались, все равно спасибо вам большое. Вот я смотрю, мне вот приятно, охуительно, и надеюсь, что вам тоже приятно. Я буду для вас там стараться тоже дальше, ну и чтобы сам как бы там, ну, посмотреть, поржать иногда, да, что там видел, через 20 лет детям показать.